Девочки, короче, я не знаю, что произошло. Просто вылетело с эфира. Такое бывает. Бывало уже несколько раз. Еще Ева тут что-то расшатала, может быть, интернет. Короче, смотрите. Мы нанесли 102 оттенок посередине. И вот так вот растушевываем. Вот так. И теперь пальцем вот тут убираем излишки. Не излишки, а четкий контур. Четких контуров в современном макияже вообще нет. Вообще нет. Вообще нету. И следующий момент, чтобы убрать грязь, которая здесь вот есть, мы делаем вот так. Все. Все. Наш дневной макияж готов. Не забудьте надеть какие-нибудь сережки, прикольные шмотки. И даже дома вы будете очень-очень-очень красивой. Эфир попробую загрузить, который слетел, но не обещаю, получится или нет. Если что, загружу его на Google диск и оставлю вам ссылку, не переживайте. Вот так вот. Информация вам зашла, скажите, пожалуйста, как вообще, все понятно? Не надо к окну вообще подходить, нельзя, дочь. Все, мои хорошие. Я вас очень-очень сильно люблю. Пойдем мы с Евой гулять на улицу, пусть она подышит свежим воздухом. Спасибо огромное за вашу обратную связь. Вижу в директе много вопросов про марафон «Плоский живот». Девочки, о старте объявлю, следите, пожалуйста, за сторисами, ладно? Каждому отдельно, возможности нет отвечать. Привет! Спасибо, девочки! Все! Я вас обожаю, мои красотки! Давайте!